выходом вот надо. Стали. Этих я бью много. То есть вот так. Поскольку он мой любимый удар, и, как правило, им он еще гуманный достаточно, парни, потому что дать по башке, понимаете, либо себе руку сломаете, что не гуманно в первую очередь, либо человеку что-нибудь. Ну, без бы с ним, конечно, но все равно. Поймите, да? А этот удар, он такой достаточно неприятный. Рука не разбивается. И вот встали себе. И накидывайте. И работайте его в связке. То есть. Все, весь комплекс. Из него мы сейчас в книге его дадим полностью. Для чего я вам объяснил, да, то есть каждый удар имеет обоснование. Помимо того, что мы прорабатываем ударные поверхности, мы укрепляем кулак полностью, то есть он обрабатывается со всех сторон. Мы укрепляем все связочки, мы выставляем стойку, хоть каратэковскую, хоть боксерскую, то есть ваша жесткость. Вот она, все оси эти выстраивает. Понимаете, потому что макивара, она соврать не даст. Ты либо добиваешь, либо не добиваешь. В зависимости от того, куда ты себе выстроил. Я ее выстроил под себя, естественно, здесь. То есть она для вас будет жестковата, но это вам будет показывать, куда вам идти. Понимаете? Что касается макивара МБШ, на самом деле там ребята пишут, да я ее пробиваю, непонятно, ее ребенок должен пробивать. 250 килограмм это не удар. Ребят, ее делал... Здесь ну чуть, сколько здесь мешок стоит? Ну не знаю, где-то, наверное, под 500, наверное. Под 500, да. Можно попробовать? Сейчас под... Слушай, нет, ты чего сегодня пришел? Нет, я просто... Я тебе делаю последнее замечание. Тут либо я разговариваю, когда я говорю, что меня можно что-то спрашивать, то есть у нас есть правила.